мне больно. Я просила самую малость, совсем незначительную, чтобы он станцевал. Думаю, все гораздо сложнее. Мы собираемся брать уроки танцев для церемонии помолвки. И что в этом такого? Нет, Дарук, я не могу танцевать на людях. Что не так, Кирим? Об этом мы сможем потом рассказать нашим детям. Посмотрим видео и посмеемся. Что в этом такого? Кирим, не будь смешным. Ипек права. Нет, клянусь, я не могу. Почему ты не можешь этого сделать, Кирим? Ради бога, это просто танец. Мы присоединимся. Не могу поверить, это отличная идея. Давайте пригласим Хаят и моего брата. Ты не одинок? Будем танцевать вместе. Давай, дорогой. Твои рисунки? Я нарисовала то, на чем мы вчера сошлись. Вам не нравится муравей? Они неэффектные. Это не те цвета, которые отражают зиму. Дай сюда. Я изменю цвета. Я с вами не согласен. Опять та же ошибка. Очень интересно узнать, почему. Мне нравятся рисунки. Цвета подходят для зимы и не наводят тоску. Мы не едим конфеты на собраниях. Ладно. Слышно причмокивание. По-другому я не умею. Это собрание не закончится. Закончится. Я говорю сама с собой. Ясно. Рисунки плохие. Поскольку мне решать, их не должно быть. Точка. Ладно, босс. Как скажете. Встреча окончена. Тувал, можешь пойти со мной? Сейчас? Да. Я держусь из последних сил, чтобы не надрать этому парню задницу. Ладно, ладно, успокойся. Скажи ему, чтобы он не называл меня боссом. Да, конечно. Скажи, чтобы не перебивал. Он не будет. Хорошо. Что с тобой? Ну, знаешь, я до утра... Больше не приходи в таком виде. Все ясно. Хорошо, я все сделаю. Только не напрягайся. Ваша разлука слишком затянулась. Если вы в ближайшее время не помиритесь, произойдет что-то ужасное. Я стараюсь изо всех сил. Конечно. Если бы ты все не разрушил... Я не знал, что творил. Ты должен ее потерять. Ты не поймешь, пока не проиграешь. Иди сюда. Давай. Не грусти, не падай духом. Ладно, довольно сантиментов. Тувал. 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 Муратбей дома тоже такой? Нет. Не такой. И это не твое дело. Ладно. Ты очень талантливая. Просто не обращай внимания на Муратбея или кого-то еще. Продолжай рисовать. Может, сходим пообедать? Да. От напряжения и боли я проголодалась. Хаят, ты пойдешь? Мне нужно работать. Приятного аппетита.
Ну ладно. Я хочу тебя убить, и я тебя убью. И давно ты ждешь? Будь здесь, брат, у нас дела. Я поеду в больницу за мамой. Ладно, съезди туда и обратно. Зачем? Сюда придет репетитор по танцам, даст нам урок. Очень смешно. Брат, не будь упрямым, даже Керем смирился. Будем танцевать на помолвке. Я пас. Ты уже в деле. В три мне нужно уйти. Брат, у наших друзей помолвка. У них нет никого, кроме нас. Керем очень расстроится. Он даже жертвует своей мужественностью и соглашается на танцы. Ну, перестань уже упрямиться. Хорошо, я приду. Отлично. Но я не участвую, а просто наблюдаю издалека. Не обещаю. Эмине, займись собой. Любопытная. Это ты мне? Ну, ты здесь единственный любопытный человек. Дедушка, тебе посылка. Спасибо, дорогая. Глянем. А, это телефон. У тебя же есть телефон. В этом есть камера. Что ты будешь с ней делать? Снимать фильм? Да, сниму фильм. А ты сыграешь в нем главную роль. Назову «Куда бежит Эмине». Не ваше дело. Не лезьте ни во что. Каждый день что-то новенькое. До кучи нам не хватало только телефона с камерой. Идем. Ты что? Сынок. Я не могла отказаться, но это плохая идея. Твоему отцу будет неловко, и весь ваш порядок будет нарушен. Не волнуйся, пойдем. Я не помню, что между нами произошло, но... Отца здесь нет. Он еще долго не вернется. Не волнуйся, хорошо? Хорошо. Идем. Наверное, скоро придут? Не дави на женщину, Дирия.